Эту машину сотрудники ГИБДД остановили поздним субботним вечером у дома номер 1 на улице Тархова. Полосатый жезл перед ВАЗовской «семеркой» был поднят в целях проверки, трезвый ли водитель за рулем. Результат: в автомобиле обнаружились и одурманенные, и сама дурь в порционной фасовке. При осмотре и разговоре с одним из пассажиров тот пояснил, что в рюкзаке при нем находятся наркотические средства, и он является закладчиком. Расфасованные наркотические смеси полицейские обнаружили при досмотре рюкзака одного из пассажиров авто. Хозяин не отпирался, назвал и вид наркотика, и вес своей криминальной поклажи. Не знаю, может, вам что-нибудь, не знаю. С весом отравы, которую собирался нести в народ, парень поскромничал. При исследовании изъятого выяснилось, что общий вес подготовленных к реализации смеси составляет около 200 граммов. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 7 было возбуждено уголовное дело по статье 228 прим. 1, часть 4 пункт МГ, за совершение которого законодателем предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводится предварительное следствие, предъявлено обвинение в отношении данного гражданина, избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже известен путь наркотиков. Сначала из интернет-магазина в крупную тайниковую закладку, этот маршрут был преодолен, а дальше сбыт малыми партиями с помощью закладок в различных районах Саратова. А вот этот преступный замысел, благодаря полицейским, задержавшим наркодилера, остался нереализован. Ольга Орлова, Нарек Хачатрян, Анатолий Чернов, «Вести», дежурная часть, Саратов.